Play Market уже есть несколько игр по мотивам Боевого континента. Например, это и вот это. Но недавно вышла новая игра по Боевому континенту, которая отличается 3D-графикой и интересным сюжетом. Soul Land – континент Даулуа. И самое крутое, что есть русский язык. Играть так куда приятнее и интереснее. Персонажи максимально приближены к тем, что мы видим в аниме, но все же несколько отличаются. Пока есть только пару серверов, что говорит о том, что игра совсем свежая. Так что это, можно сказать, эксклюзив. Что из себя представляет игра? Это ролевая игра, где можно выбирать различных персонажей и создавать команду. Первым героем обычно становится Тансан или Сяову. Ну а дальше идет прокачка, фарм, сражения с другими игроками и разные режимы. Самое главное, это, конечно же, наши любимые персонажи с Боевого континента. Также присутствует сражение с духовными зверями, которые после победы дают кольца разного возраста и цвета. Есть система надевания колец на героя, так он становится сильнее. Если сравнивать эту игру с другими играми по Боевому континенту, это уже 3D, что сразу заметно после запуска. Думаю, из этих трех игр она будет популярнее. Хотя я некоторое время играл в Soul Land Reloaded, дошел аж до 99 уровня, она тоже прикольная. Посмотрим, какой будет новая. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вы вообще относитесь к играм по Боевому континенту. Подписывайтесь на канал и всем пока.